Здравствуйте, меня зовут Елена Ковальская. Я поддерживаю проект Александра Ханта «Межсезонье». Вот моя подростковая история. В моей жизни подростковый возраст был такими лихими 90-ми, потому что все самое главное унижение, все главные ужасы я пережила там, с 14 до 18. Женская инициация происходила в моем маленьком городе так. У нас был пятак, на нем дискотека, и малолетки отплясывают, вертя жопами на пятаке. Парни, которые повзрослее, они стоят внизу под пятаком. И когда девочки уходили покурить или там, в туалет, или просто заканчивали станции, парни брали их за шею и вели в кусты. Типа, если тебя повели, это вроде страшное унижение, а тебя могут изнасиловать. С другой стороны, значит, ты женщина. Так вот, когда со мной такое случилось, когда мне там 15 лет впервые увели в кусты, я кричала девкам, чтобы они меня спасали, и они вызывали наших дворовых парней. Дворовые парни откупали меня за бутылку водки. Это такая несостоявшаяся инициация.